Что делать, если в многоквартирном доме шумят соседи? Когда соседи спокойными и с ними хорошие отношения, но так, к сожалению, бывает не всегда. Порой попадаются очень шумные соседи, которые не дают нормально отдохнуть. Согласно Санпин, к условиям проживания в жилых домах и помещениях уровень громкости шума в жилых помещениях ограничен. В зависимости от времени суток устанавливаются следующие ограничения. Время с 7 утра до 23 вечера уровень шума не должен превышать 55 дБ. В период с 23 вечера до 7 утра показатель не превышает 45 дБ. Помимо указанных нормативных актов, в каждом регионе России могут действовать свои законы, устанавливающие ограничения и нормы шума. Правило, промежуток времени, когда любые громкие действия запрещены, ночью с 23 до 7 утра. Если соседи не реагируют на просьбу и не прекращают шуметь, то здесь уже не обойтись без участия правоохранительных органов. Для эффективного решения вопроса о тишине, когда соседи регулярно шумят и нарушают спокойствие, необходимо знать, кто может воздействовать на нарушителей. По закону решение данных ситуаций находится в компетенции следующих органов: отдел полиции, участковый, суд. Так что вы можете обратиться к одному из представителей данных структур.